Друзья, всем привет! Я сейчас хочу вам показать эксперимент, как мы можем очистить свой организм с помощью алоэ геля от фирмы Essence. Для этого я возьму просто обычную воду питьевую, примерно по полстаканчика наливаю. Так, дальше. В один стакан я просто добавлю йод, вот обычный йод, пару капелек. Вот смотрите, йод добавила. И сюда же я покладу вот вермишель. Ой. Ну и давайте же посмотрим, что происходит с вермишелью. Она темнеет. Вот так засоряется наш организм, когда мы кушаем вредную пищу. Сейчас я прикладываю нашу засоренную вермишель в обычную чистую воду. Так, посмотрим, очищает ли просто обычная вода. Но, как вы видите, не особо она очищает. Сюда я добавлю наш алоэ гель. У меня открыт с витамином С. И я добавляю сюда алоэ гель. Посмотрите, что происходит. Вермишель сразу очистилась. И вот так очищается наш организм, когда мы принимаем на каждодневной основе наш алоэ гель. И заметьте, что компания Essence делает высокий процент алоэ геля. 99,5% чистого геля с листов алоэ. И это очень важно. Концентрация очень важна для очистки нашего организма. Если концентрация будет маленькая, то о чем речь? О какой очистке организма вообще идет речь? Ни о какой. Поэтому я очень рада, что Essence делает действительно хороший продукт, который я употребляю каждый день. И не только я, а вся моя семья. И я этому очень рада. Вот вы видите сами. Давайте еще вот эту вермишель возьмем. Черная, посмотрите. И кладу сюда ее. И вы видите, что она постепенно очищается. Вот каждый день мы пьем алоэ гель. И посмотрите, как светлеет. Вот вам и действие алоэ геля. Я думаю, что после этого эксперимента вы все будете пить алоэ гель, потому что это очень-очень полезно.